31 декабря 2017 года. Краснодарский край. Неотапливаемая теплица. Довольно-таки жарко растут здесь. Трава, укроп, петрушка, рукола. Бархатцы садил 1 сентября. Они выросли вот до такого вот размера. Сейчас пересаживаю их в горшочки. Собираюсь посадить, вынеси за пределы теплицы. Перец вырос как красный, так вот видно и сладкий. Единственное, что по вкусовым качествам такой вот перец не очень. В горшках себя отлично чувствую сельдерей. Как станет тепло, его обратно пересажу на участок. И вот бархатцы тоже отлично себя чувствуют. Также отлично себя чувствуют перцы. Вот этот, кстати, сельдерей был на огороде, его обожрали куры. Я его решил спасти, посадить такой вот горшок. Пробовал вот этот перец убирать домой, но он зачах. Видимо, потому что ему не хватает влажности. В теплице очень много влажности и не хватает полива. Посмотрим. Вот тоже перец посадил в катку и убрал домой. Решил все-таки его вернуть в теплицу, потому что рядышком, вот видно, растет тот, который здесь был изначально. И он себя нормально чувствует и плодоносит. А этот что-то начал чахнуть.